Продолжают приходить ништячки Kawasaki Versys. Пришла защита рук. Сейчас посмотрим, что нам пришло. Может быть, немножко с патроном. Это пластиковые накладки. Вот так вот она выглядит. СВ Мотек. Это немецкие. Германия. Так. Сами накладки. А это защита. Вместе с креплением. Будем ставить. Посмотрим, что ли там на месте. Но обещали, что все на месте. Тут вот при более детальном рассмотрении выяснилась такая интересная штука. Хоть я и сказал, что это немецкие, но вот если здесь вот прочитать, не знаю, будет ли видно. Сейчас попробую сюда, чтобы свет падал. Вот, видите? Написано, значит, Made in Australia. О как. А поставляются из Германии к нам. А делают их в Австралии. Хм, прикольненько. Made in Australia. Ну а для Германии. Так, ну давайте теперь попробуем собрать. Вот здесь у нас есть мануал один и мануал второй. Первый крепит у нас пластик к алюминиевой защите, а второй уже непосредственно на руль мотоцикла. Тут же он есть у нас и опись вложения. Так. Достаем наши хенд-протекторы. Так, вот все. Давайте начнем сборку. Так, это у нас правый. Вкладывается она в свое место. Есть вот такой вот пластиковый крепеж. Сюда вот он монтируется согласно мануалу и крепится на два болтика, на два самореза. В мануале написано, главное не переусердствовать. Поэтому туго его, слишком туго винтить не надо. Вот, есть еще две дырочки по другой крепеж, но согласно мануалу они хотят, чтобы мы следующий крепеж сделали вот здесь, снаружи. Тут вот есть специальная дырочка, но резьбы в этой дырочке нет, и поэтому придется ее наживлять на голый металл. Вот. Непонятно, почему они так сделали, но сделали. Поэтому с небольшим усилием мы сейчас его будем навинчивать. Ну, в принципе, она идет. Все. Навинтили. Держится. Ничего у нас не гуляет. Так, собрали. Предлагается нам поменять грузик руля со штатного вот на этот. Ну, раз предлагается, давайте поменяем.
такой крепеж. Так, крепеж у нас здесь. Вот это вот у нас для фиксации. Вот, а это будет крепиться на руль и двумя болтиками вот этими стягиваться. Длина болтиков различная. Вот. Один для, ну, с одной стороны покруче, с другой подлиннее. А это, соответственно, для крепления грузика. Так, сейчас пойдем попробуем поставить. Так, снимаем мы наш грузик штатный. Я уже его откручивал. Очень туго шел. На каком-то он сидел, не пойму, что ли на герметике, то ли на чем. Но я его немножко уже разработал. Поэтому сейчас он снимается, откручивается гораздо легче. Но усилия пришлось приложить очень заметное. Так, ну да, вот видите. Так, значит, сюда пойдет грузик, а сюда пойдет у нас крепеж. Угу. Немножко ослабим. И вот он наш крепеж. Так, ребят, сюда пойдет у нас короткий болтик. Аналогичным образом ставим второй.
Так.